Всем доброго времени суток. Сегодня я вам показываю шины Roadstone Enfera RU5 в размерах 255-50-19 и 285-45-19. Эти шины человек заказал на автомобиль X5 E70. Там разноширокая резина. На передней оси у него стоят вот эти вот поменьше 255-50, а на задней 285-45 соответственно. Вот, так что сегодня посмотрим на эти две шины. Интересно, что у них индексы разные. Индекс нагрузки у более большой резины это 240 км в час. Но индекс износостойкости, например, Treadway, он везде 500. Вот он здесь 500. И здесь 500 написан. Вот он. Ну, 500 это 16 тысяч умножить на 5. По моим расчетам, где-то примерно будут ходить, собственно, эти шины. Итак, давайте посмотрим. Рисунок у нас здесь обычный, асимметричный. Он шоссейный, асфальтовый, хотя на боковине у нас стоит маркировка M+S. Но, естественно, это не всесезонные шины. Это шины обычные, собственно, шоссейные, асфальтовые, так можно сказать. Давайте замерим глубину протектора. Глубина протектора здесь получается 8 мм на 250-50, 255-50, а на 285-45, соответственно, ну также 8 мм. Итак, давайте далеко не ходя взвесим эти шины. Взвесим маленькую сначала, ну приблизительно. Так, отщелкнулось. 15 килограмм, 100 грамм. Весит 255-50. Ну и, соответственно, 285-45. Чувствуется, что побольше весит. Так, давайте я подержу ее так. Весы возьму цифру. Не, не взяли. Давайте вот так. Ну, шина широкая, не может поймать. Ну, 16 килограмм, вот, поймал. 16 килограмм весит 285-45. Ну, давайте ее рассмотрим более подробно. Вот, на боковине видим инсайт. Это нам говорит лишний раз, что резина асимметричная. Инсайт – это внутренняя сторона покрышки. Максимальная нагрузка 1090 килограмм с индексом 111 нагрузки. Также вот она маркировка, это M+S здесь присутствует. Ну, естественно, не все сезонные. Также здесь вот есть отбойник, достаточно большой и крупный. Ну, для такого размера, для BMW, это нормально. Так, видим, что сделано в Корее. Сама контора Roadstone, это, в принципе, то же самое, что Nexon. Они сделали ее непонятно для чего. Рисунок немного отличается от Nexon. Вот это RU5, а есть Nexon Enfera RU1. В принципе, похожий рисунок. В таком же размере она есть. Не нашел информации там, возможно, вот Кумхо, например, делал маршал для того, чтобы в Европу зайти. Зачем Nexon сделал Roadstone, непонятно. Возможно, более менее качественная резиновую смесь добавляют, и шины немного дешевле стоят Roadstone, чем Nexon. Вот, в принципе, если только так, или как-то экономить на производстве, и получается, что у них Roadstone подешевле. И Roadstone, кстати, больше ориентирован на российский рынок. На наших сайтах больше представлено остатков вообще по Roadstone, чем нежели остатков по тому же Nexon. Так, давайте, я не замерил еще глубину до индикатора износа. Вот они здесь присутствуют. Глубина протектора до индикатора износа составляет у нас 6 мм. 6 мм Roadstone нам дает на то, чтобы мы покатались, а потом заменили, собственно, эти шины. Так, сейчас покажу Treadway. То, что на шине он также 500, как и на этикетке. Вот он, Treadway 500. Соответственно, 5 умножаем на 16 тысяч. Шины, собственно, эти достаточно бюджетные. Сейчас я прикреплю стоимость отдельно вот этой шины 285 на 45. И сейчас вы видите стоимость той шины. Это 255 на 50, по-моему. Да, 255 на 50.
Вот. В своих размерах это, можно сказать, низкий, самый нижний порог вхождения, не считая Китая по цене. Ну а так, в принципе, достаточно мягкая, комфортная резина. Будет неплохо себя вести по шоссе, по трассе, по асфальту. Боковина у нее мягкая, вот как видите. Но у Nexon практически всех моделей, но у N-Blue вообще боковина никакая, здесь чуть пожестче. Соответственно, возможно, естественно, боковые порезы. Но если на большой скорости залететь в яму, также может образоваться грыжа, потому что вот боковина достаточно мягкая. Ну а так, в принципе, за свою стоимость корейские шины достаточно достойного качества можно, в принципе, убирать. Но для людей, кто не хочет переплачивать там за какие-то бренды, ему там резина на 2-3 сезона, мягкая, комфортная, пожалуйста. Roadstone, в принципе, достаточно неплохой вариант. Вот такое вот видео по поводу Roadstone. Если понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, мои соцсети в описании. Контакты на магазин, собственно, если кто-то живет поблизости, я оставлю в описании. Можете связываться, узнавать. Резина у нас дешево стоит. Можете сами в этом убедиться. А так все. Всем спасибо. Ни гвоздя, ни жезла. Всем удачи. Всем пока.